кто-нибудь мимо проходит, палит и все. А так если ты в мешок попуешь, никто и не заметит. Я не имею в виду, не упаковывай мешок. Я имею в виду, подожди хотя бы, оцени, сколько еще людей. У меня сетка. Да, я видел. Тетка, ну так я же ее разрезать могу, да? Ну, тебе маску привезли, ты води. Я одеваю маску. У меня еще тетка, кстати. И, кстати, я не могу это сделать. Да, действительно, тетка вот не спит. Слышь, я не могу сетку разрезать. Ну что, лошара? Да, сам справишься. Мне даже, кстати, из-за этого снова захотелось перепройти Голбэнк. Да. Да, потому что это миссия, где умирают люди. Да, а мне потом не хочется Голбэнк купить или там какой-нибудь это успокоительное. Да. Ну, Ромыч, ты просто возьми свою лекарство. Да? О, чувак, я сейчас такое наблюдаю. Что ты наблюдаешь? Кажется, это явление Смита. Охранник сейчас так дергался, как будто вот-вот. А может они оба прямо вот здесь умрут? О, видал, видал, видал. Сейчас Смит появится, я отвечаю. Какой еще Смит? Был Смит? Атакуй, 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 атакуй. Там его атакуй. Нет, я делал, ты просто его. Я не могу! Да какой... Молодец, молодец, молодец. Какой бронявый, смотри, сколько я его выпустил. Да вообще. А он большой был? Чувак, он сейчас в такой офигенной позе лежит. Да, с учетом того, что я вижу, ты в одном месте, он в другом месте. Не, иди сюда, глянь, реально, он так... Да я не могу увидеть его, потому ты, что... Ты, блин, слушай, мне не нравится, как твой сидит. Да, я его вырубаю. Ух ты, какой сильный. С ножа даже ловит, а? С кастета. Ну, мой супер удар его поразил. А, ну ты не увидишь, как он... Конечно, не увижу, потому что вот он у меня лежит, посмотри. Вот, типа, вот здесь он у меня лежал. Чувак, а как по-твоему я в него стрелял? Не знаю. Вот сюда. А, ну ты не сможешь конечно пройти, потому что там зафейлился все запись. А может быть я попробую Ямакаси поиграть? Ну попробуй. Да не надо пробовать, тут легко оказывается. Ой, ну почти. Я забыл разбежаться. На самом деле легко. Зря бабу связал. Все, я на месте. Педрила, сдохни! Фига, ему три выстрела в яйцо сделал, чтобы он умер. Прикинь? Да хватит паять и стрелять в голову, стреляй в руку мужиком. Иди сюда быстрее, пожалуйста. А сам ты стреляешь во всех подряд. Да он шел на тебя, господи. Я вовремя заглянул сюда, просто поверь. Глуши его сразу, давай, шлёп, шлёп, давай его, он в углу, его не увидит. Оба, все, залази, залазишь, ты встал. Я к тебе иду. Чувак, я-то сумки свои уже истратил, точно я тебе. Я сейчас его упакую, нормально, я взять тебя. Камеру будешь, а не там. Угу, чувак, у нас еще охранник в зале есть. Я увидел, да. Я знаешь, что думаю, держим к эту местность и все. Ставь эту свою сверло. Блики его в мусорку тоже по приколу. Давай. Хороший бут. Мусор выкинул. Очень хороший. Че там у тебя очень хорошо? А, ну у меня тут бабушка просто приехала, она булок напекла. Я тут сижу и трескаю под компот. Потихоньку, пока мы что играем. Ну персонально грабить или легко. И жрать булки. Согласен. Ну что, подождем сначала этот сейф или сразу в ту комнату ломанем? Не-не-не, ждем. Давай лучше подождем, а то вдруг тут уже все будет. Выйдем аккуратно. Никто и не поймет, что здесь было вообще. А как ты отключил камеру? Ну, вот. Где? Вот. Я не вижу тебя. А.
Че, можно выключать камеру? Так их всегда можно было выключать. О, чувак, чувак, чувак. Тихо, тихо, все нормально, все нормально. Пускай, все. Пускай он зайдет. Лег, лег, сука. Отведи его туда, за этот, за стол. И, чувак, давай на картах. А, в окно думаешь, что-то увидит? Да не, просто так тише мы ходим. На самом деле им по барабану. Может. Нет, поверь мне, не по барабану. Поверь мне, им по барабану. Чувак, кто из нас дольше играет в эту игру, ты или я? Да, я смотрю, вы подруги. Слепо верите в то, что сами выдумали. Я тебе это уже не один раз доказывал. Окна открывать можно? Да. Обалдеть! А ты думаешь, как мы туда зашли-то? А мы с ним с Люхой залетали сюда. А ты думаешь, как мы вот в этот офис зашли? Точно так же. Мы с ювелирку мы залетали, разбивали и залетали. Психи. Мы не психи, мы грабители. Мы же ювелирку грабили, господи, мы учились. Без культурщина. Это была молодость. Кстати, выйдем мы отсюда с тобой тоже по Ямакасе. Да-да. Да. Слушай, нам вообще туда опасно палиться, ведь там два охранника, а четыре раза добро дают, да? Слушай, пойду я камеры гляну. Ну, глянь, но мне кажется, я что подумал, если что, мы просто возьмем и в окна подныкаемся. У меня, кстати, есть идея, если что, как можно заныкаться. Только не сработало. А я хотел за сейфом спрятаться. Лази. Не-не, расслабься, он там. Там хуй зал. Ну вот смотри, видишь, чувак такой, если заходит, я такой раз, за сейфом, такой спрятался. Где? Ага. Как ты его говорит, нормально? О, бля! Не, я буду сидеть здесь, потому что если он увидит дрель, он, конечно же, ему это не понравится. Чувак, он меня спалил, что ли? Не знаю. Чувак, все, палево. Тихо. У меня мешков нету, кстати. И у меня. Ты знаешь, что это плохо, да? Не могу его подавать! Ты договорил, да? Да-да-да, все нормально. В этом плане нормально. Тебе смотри, чтобы его никто не увидел. Странно, что этот охранник не видит его. Он ой, кажется, он дернулся, он что-то знает. Не, он просто знает, что его смена скоро закончится. Шоколадный пай. Чувак, все, валим. Слышь, не беги, не беги, не беги! Ого, у меня там тетка за спиной, я забыл про нее. Ну тут Ямакаси уже не обязательно. Сейчас мы в эту бабу повезу я. Ляж, я сказал, ляж, блядь! Ну, что такое? Что за истерика у тебя? Так что чудно получилось. У нас там труп надо на глазах, и ты взял женщину за ворот. Да. Да. Я хочу вот на... Не, я хочу вот на ту штуку еще запрыгнуть. Ага, а на гражданских с полицией не хочешь? Ну ладно. Что, движешь бегом? Ой, блин, я выстрелил. Осечка. На ту кнопку нажал. Это не осечка, это называется Сергей. Я знаю. Это синдром Сергея. Да, синдром Сергея, да-да. Я бы тихонько взял. Ну чё, мы плохо, ё-моё.